Добрый вечер всем. Я очень сильно извиняюсь. Сейчас время 11 часов ночи уже. Как бы люди нормально все спят. Обещанного эфира в 10 часов у меня не получилось. Я только около 10 вернулся из секторов. Я обошел Суситу, Гофру и НГФ. В каждой команде я делал прямой эфир. Во многих командах я оставался и после эфира, меня не отпускали, со мной хотели поговорить, поэтому меня заняло это все. То есть я уехал в районе часа дня, и в 10 я пришел назад. Поэтому я, мягко говоря, в состоянии не сильно адекватном сейчас, извините. Мне еще предстоит куча работы и с обработкой информации. И дипломы, финансы, в общем, короче, полный балаган. Завтра вставать рано, надо завтра собирать лагерь и ехать в зал, его надо готовить. А у меня, в общем-то, не так, вроде кажется, много людей, на самом деле не так много, потому что у нас два берега. Соответственно, людям надо, мне надо посылать судей и на западный берег, надо посылать судей и на север, и на юг, короче. Не так много людей остается, как хотелось бы. Ты можешь далеко не уходить, Александр. Товарищ главный судья тоже ходит рядом. Потому что он тоже хочет пойти лечь спать, но он не может пойти спать, пока мы не закончим с ним все дело. Поэтому не будет сегодня длинного эфира. Сегодня приезжал 9 канал, снимал. Они хотят сделать передачу. Опять же, сюжет о соревнованиях. Поэтому я и с ними тоже был. По большому счету, результаты вы можете посмотреть на форуме. Я через пару минут выставлю их и на Facebook. И ничем сильно нас день не порадовал. Хотя небольшие изменения были. Все-таки команда Perfect ушли от нуля. Это большой плюс. Мне это радует. Чем больше команд уходит от нуля, тем лучше для нас, конечно. Все надеются на последнюю ночь, последнее утро, естественно, потому что происходит изменение в давлении, давление начало меняться, начало падать, народ считает, что это очень положительно, естественно, и никто сдаваться не хочет, это понятно. Поэтому ждем утра, ждем 11 часов. Я думаю, что результаты первичного взвешивания будут у меня уже в районе 11, то есть еще до окончания официального соревнования. Какие-то результаты уже будут понятно плюс-минус, что происходит. Ну и потом уже, соответственно, после финала. Привет всем, кто смотрит. Это не будет длинный стрим, длинный эфир, потому что мне много работы. А завтра уже, естественно, скорее всего, таблица финальная будет, но уже в районе 12 часов дня, не раньше, потому что пока судьи доедут до нас, пока я получу окончательные результаты, пока мы все сверим, проверим, занимает время. Очень надеюсь, что балаган, который будет завтра, он, естественно, будет, он куда не деться, это каждый год, что он не помешает мне, я не забуду вообще о том, что нужно поставить таблицы. Как бы то, что я писал, моя мысль поставить камеру, если телефон поставить на прямой эфир, чтобы шел прямой эфир в Facebook с церемонией. Попробуем. Если получится, получится. Нет, нет. Потому что я уже говорил, Facebook прерывает трансляцию каждый раз, когда приходят какие-то сообщения или звонит телефон. А я, естественно, не могу гарантировать того, что во время эфира мне кто-то не попытается позвонить или не послать сообщение по WhatsApp. Поэтому попробуем. Если получится, будет хорошо. Не получится, ну, значит, тогда уже после окончания. Я думаю, у меня будет запись, кто-то будет обязательно записывать, я ее возьму, и тогда уже, естественно, она попадет
на YouTube, как и все остальное. Все, у меня огромное количество видео, фрагментов, маленьких, больших, разных. Они, естественно, все не обработаны. Куча работы на будущее. Так что ждите информации, она будет появляться. Может быть, не всегда так, как вам хочется. Вовремя.